Так, распаковка СОПТХОС. Заказывал хвойный первый раз. Можжевельник чешуйчатый Dream Joy 2 штуки, туиз матлик 2, ель колючий из эльфстигиата 1, так, сосногорный Винтерголд 1, сосногорный Якобсен тоже 1. Опять что-то, блядь, купил. Как тебе делать нехуй, блядь, а? Да ну берут, блядь, за количество объявлений, блядь, а деньги тратят на ветер. Деньги забрал? Кого? Деньги, говорю, забрал? Нет, сейчас только приехал. Куда ездил? А? Вот за этим все, какой? На почту. Назови ей, скажу, сайт такой дешевый. Видишь, как хороший все. Что там грязность ходит? Дешевый. А чем они? Это тысяча чем-то, это 200 чем-то. Короче, нахуй. СОПТХОС 7 хвойных, туиз матлик 2 штуки, классные, мне нравится, очень хорошие саженцы, ну не знаю, корневую не смотрел, но и так видно, что очень хорошие, вот мне нравится самый классный Якобсен, сосна Якобсен, она очень маленькая растет, сосна Винтерголд тоже привитая, желтенькая будет, классненько. Это ель из эльфа стигиата. И два можжевельника Dream Joy. У меня уже один такой есть. Еще два сказал. Буду еще заказывать.
распаковка СОПТ-хоз. Заказывал хвойный первый раз. Можжевельник чешуйчатый Dream Joy 2 штуки, туиз матлик 2, ель колючий из эльфстигиата 1, так, сосногорный Винтерголд 1, сосногорный Якобсон тоже 1. Опять что-то блять купил. Вот тебе делать нехуй, блять, а? Ну не берут, блядь, за количество объявлений, блядь, а деньги тратить на ветер. Деньги забрал? Кого? Деньги, говорю, забрал? Нет, сейчас так приехал. Куда ездил? А? Вот за этим что-то какой? На почту. Резидент назови, я скажу, сайт такой дешевый. Или сколько хороший все. Куда мы грязно сходить? Дешевый. Дешевый. А чем они? Это 1000 чем-то, 1000 чем-то, это 200 чем-то. Короче, нахуй, ни слова не говорю. Сейчас фотку сейчас отправлю. Вот это вчера больше не понадобится. А? Вот это до вчера не снимем, блядь. Ага. Может, тоже был? Да. Отправь. Вот это. Кому? Зачем? Ты же говоришь, не надо. Отправь.